Так, ну вот он. Здесь везде лес. И это искусственное насаждение, потому что, ну, видно, елки высажены рядами. Но выглядит очень красиво. Вот как это смотрится. Вообще прям круто. И среди елок можно поставить базу. Вот она, вода. Единственное, сейчас надо понять, где у нас спуск. Здесь очень много палаточников, но они занимают все места.